мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане праздник Юрия в день, или день святого Георгия Победоносца. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, мучеников Анатолия и Протолеона, преподобной Софии Хатикуризу, священномученика Иоанна Ансерова Пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери Иверская. Поздравляем всех с праздником, тех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.